Дорогие друзья, хотим сделать для вас распаковочку. Это автозапчасти. Заказали у нас наши дорогие клиенты. Точно какая там деталь и запчасть мы не знаем. Нам уже напрямую, непосредственно прислали номер артикула, по которой эта запчасть потом находится нашими партнерами, с которыми мы сотрудничаем. Ну, мы артикул, естественно, проверим. Да, сейчас поэтому мы это все распечатаем, проверим, отправим нашему клиенту, чтобы он, как вот видите, еще в таких двух коробках, все тщательно, с пупырочкой, чтобы он окончательно удостоверился, да, что это такая запчасть, то, что он заказал. И когда он нам подтвердит, что да, все правильно, мы это отправляем на территорию России, в нужный город. Запчастей в Турции много, но в основном это европейцы, то есть японцев, там, китайцев, каких-то других стран меньше. Да, у нас список машин мы под этим видео прикрепим, на которые мы можем находить запчасти. Бывает, знаете, обратятся, а можно там переднюю фару на Мазду или там на Мерседес? Дело в том, что, возможно, найти можно, но фару, да, или какие-то там легкие фильтры служба Карго не принимает. Показывай. Да, так, показываю. Мекатроник. Made in Hungary. Сейчас мы откроем, посмотрим, что там. Ну, две запчасти, да, тут у меня по списку. Да. Они довольно-таки тяжелые, в размере 37 килограмм. То есть, если это фара, да, или один фильтр, который не весит практически ничего, служба доставки не принимает легкие грузы. Объясню, почему. Потому что эта фара среди фуры и огромных посылок, она где-то может затеряться. Поэтому главное условие, чтобы груз составлял не менее 10 хотя бы килограмм. Если хочешь, можем на пол поставить, тебе удобнее будет. А, вот тут даже есть изображение. Нам так будет нагляднее показать. Это на Volkswagen. Все указано. Здесь есть пенопласт, все тщательно упаковано. Мы только сверху покажем, ничего доставать не будем. Вот. Масло прям, ну что такое? Жирненькое. Жирненькое, да. Какая-то запчасть, причем она дорогая. Сколько обошлось две запчасти? 56 тысяч лир. Это без доставки. Но это стопроцентный оригинал. Иногда бывают, нам сразу говорят, что, девочки, оригинала нет, есть только аналог. Да, там, допустим, Сваг. Какие еще аналоги? Много аналогов, и все они хорошие. Аналоги производятся в Турции. Качество у них прекрасное, и аналоги тоже часто заказывают. Сколько по срокам у нас получилось? Клиент внес оплату, и через 5 дней мы получили это на руки. Ну, это опять-таки зависит. Если это запчасти из Турции, это быстрее. Если ее будут заказывать откуда-то из-за рубежа, тогда она будет идти там. Они пишут сразу срок. Допустим, там придет деталь в течение 3-5 дней. Да. В течение 5 дней. То есть, смотря из какой страны. Если это Германия, то там 30 дней, допустим, занимает. Нет, 30 нету. Есть максимум где-то 10 дней. Да, все равно быстро. Да, ну, супер. Вот. Ну и вторая деталь, мы ее показывать не будем. Давай вторую, нет, откроем тоже. Почему не будем? Да? Обязательно. Пока Ксюша распаковывает, я вам скажу, что помимо автозапчастей мы возим практически все товары, какие угодно. У нас заказывают это витамины, лекарства, одежда, куртки вот кожаные лежат. Зару очень любят у нас выкупать. Дайсоны. Дайсоны, давай покажу. Вот сейчас две модели. Вот уже Дайсоны у нас стоят. И ждут отправления. Ну, English Home. Это вот коробка с витаминами на коллективные закупки. Все пакуем, упаковываем. Парфюмы. Много чего возят. Если вы еще не определились... Volkswagen. Угу. Номер есть. Запчасти. Сделано в Германии. У нас человек проверенный, поэтому... Да, ему можно доверять. Приходят без проблем. Причем все вовремя, по срокам. На машины, грузовики, там краны. Краны. Рабочая тоже техника. Можно поставить. Mm. Вот. Это запчасти.
здесь. Да, мне кажется, это что-то тоже в масле. Ну, мы сейчас спросим. Ну все, ладно, не доставай. Да, оно немножко жирное. Ну, все. Вот, ну, помимо, у нас есть коллективный, как Лера сказала, закуп витамин. И сейчас мы будем делать еще коллективный закуп текстиля. То есть можно по одному-два комплекта будет заказать, и чтобы вам было, вышло дешевле, мы будем отправлять автодоставкой в Россию. А там уже будем распределять дальше по городам. Все, спасибо большое, дорогие друзья, за внимание. Пишите, если вам что-то нужно, с удовольствием поможем все найти, выкупить и доставить.